Сегодня с большим интересом я прослушала послание президента Касым-Жомарта Кемеловича. Час эфира, я считаю, что очень было за это время, очень много было озвучено вопросов, которые волнуют нас как граждан нашей страны, как руководителя большой организации. Есть сотрудники за моей спиной, скажем так, за которых мы беспокоимся, конечно же. И я для себя услышала очень много моментов, которые очень важны для нашего государства, для наших жителей нашей страны. Это и, конечно же, антикризисные меры, которые будут приняты в очень серьезной обстановке геополитической. Мы знаем, что сейчас есть ряд событий, которые напрямую влияют на нашу жизнь. Мы видим подъем цен, мы видим, беспокоимся за наши семьи, конечно же. И то, что нам сегодня сказал наш президент о том, что будут приняты меры антикризисные, то есть будут сдерживаться цены, будут регулироваться стабильность курса валют, и это тоже нас радует. И то, что сейчас будут приняты меры по пополнению стабилизационного фонда, тоже для нас важно, что мы не будем беспокоиться о наших детях, о наших внуках, скажем так, чем их кормить и так далее. Очень интересные были поручения даны по созданию новых областей. Это тоже, наверное, сколько лет существует наше государство, это тоже очень важные поручения создания новых областей. И я знаю, как руководитель, что приближение самоуправление на местах, то есть к народу, это очень важно для принятия каких-то оперативных решений, мер, для того, чтобы и стабилизировать ситуацию, и улучшить качество жизни наших соотечественников. Также было очень интересно услышать о том, что будут пересматриваться избирательная комиссия, подходы к избирательной комиссии, будет пересматриваться состав Сената, Мажилиса, подходы к полномочиям парламента нашей страны. Это было очень интересно, и я думаю, что это даст, конечно же, положительные сдвиги в развитии нашего общества.